Что вы ищете, доктор Ватсон, на карте Холлинского района? Смотрю и удивляюсь. После двух сезонов конкурса «Один в один» все дороги идут в Хандагай. Да уж. Ну а вы чего сидите? Я обращаюсь к вам. У вас ведь таланты налицо. Давайте-ка участвуйте в конкурсе «Один в один». Мистер Холмс, вам посыльный привез пакет для мистера Холмса. Спасибо, многоуважаемая миссис Хадсон. Пахнет музыкой и непростой. Бас, гитара и барабан. Но как вы узнали, мистер Холмс? Элементарно, Ватсон. Пакет был открыт, и я все видел. К нам едут Тори Лейн? Да. Он идет по дороге, он сегодня устал. Он весь вечер сегодня в микрофон кричал. Он завел толпу, он кричал гоу-гоу. Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же ручки, ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Ну где же ручки, ну где же ваши ручки? Давай поднимем ручки и будем танцевать. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Бьется родная, в экстазе былая. Владивосток 2000. Уходим, уходим, уходим. Наступят времена почище. Бьется родная, в экстазе былая. Холодный ветер с дождем стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, и я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. Они настаивают, мистер Холмс, чтобы мы разобрались в этом непростом деле. У них пропала бас-гитара. Они нам прислали все улики. Здесь отпечатки следов. Но это уже ясно, чьи следы. Платок. Похитители были на фестивале «Голос кочевников» и не упустили момент, чтобы взять с собой на память бас-гитару. Но мистер Леонид настаивает разобраться в этом непростом и запутанном деле. Они утверждают, что все пути идут в Хоринск. Прекрасно, Ватсон. Пусть мне завидуют ищейки из Скотланд-Ярда, но видит Бог, я найду пропажу. Так они хотят разобраться и приехать за гитарой. Мы просто обязаны выйти на след и вернуть бас-гитару. Да, доктор Ватсон, ваша версия логична и никогда верна. Кто был на «Голосе кочевников» в этом году? Мне подсказывает интуиция, что это группа «Хоринск онлайн». Все, круг замкнулся. Мы вышли на след. Thank you.
Не как дедушка. Как дедушка перебирает. И ты еще идешь, как этот Мишка вот такой вот. Ты чего плюешь? Фу, блин, надебил дома, ты ебану мать. Ничего, пусть. Ты главное так раскуривай. Пох, все. Пох. Угу. Все, давай, тишина. Подожди, не курица она. Люба, я бы его тоже убила. Иди отсюда, в кадр, из кадра отойди. Мистер Холмс, здесь посылка. Дай сюда мой листочек! Я мистер Холмс. Все, готово? Да. Спасибо, миссис... Ой. Да что? Сейчас, подожди. Спасибо, много... Блин, сейчас серьезно сделал лицо. Да. Спасибо, многоуважаемая миссис Хадсон. Молодец. Еще раз, да, Миша, сейчас будешь. Пахнет музыкой и непростой. Пахнет барабаном и... Что-то я не так сказал. Ой, густой же. Нормально тут? Ну все. Ай, ты гад, а? Все, я... Я-то что? Давай. Он говорит, меня порвалось. Я говорю, мне брюки вылезли. Давай, вдвоем с тобой, вдвоем. Шерлок Холмс, что вы скажете? А что я думаю сказать? На что-нибудь я... А мы ждем подыграть, вас. Подыграть, да. В осеннем сезоне мы не будем ограничивать рамками выбора. Выбор остается за вами. Ждем вас 28 сентября в районном доме культуры. Программа будет как никогда интересна. Пародии на любимых артистов, лотереи со зрителями и гвоздь программы группа Тори Лейн, которую мы пригласили для грандиозного завершения конкурса «Один в один». Билеты уже продаются. Что вы скажете, мистер Холмс? Вы, как всегда, правы. Так и ясно море. Да, конечно. Все, потом стоп, кадр. Что это у вас такое, вот это белое? Вот, блин, она так мне мешается. Сейчас я... Это в конце будет уже. Опа. Та-дам! Штаны. Все. А это что такое? Это что за фигня? Та-дам! Давай. Блин. В конце, да, будем ставить? Давай сейчас тоже. А, сейчас, ну ладно, давай. Конечно. Как ты? Все?